Фух, ребята, интересный поход предстоит. Вернемся, так сказать, к истокам, к моим местам, в которых я снимал первые рыболовные видео. Приветствую, друзья! Вот такая вот пустыня. Залив, ребята, городской, большой, интересный залив. Надеюсь, что найдем какую-нибудь рыбу и половим ее на поплавки, на кивки, на все снасти, которые только возможны. Со мной офигенные саночки сегодня. Просто влезло все, что нужно. Сейчас буду расставляться, постепенно собирать свой лагерь и прямо-таки рыбачить. Что, будем разведывать места первозданный ледок. Проверю рыбу по традиции стареньким эхолотом сначала. О, глубина 8 метров. И рыба есть, ребята. Есть рыба. Серьезное глубинище. Вот я буду совершать разведку по одной такой кормушке, опускать в разные точки. Нужно опустить сначала на дно и потом где-то в полуметре от дна. Вот так вот. Оп. Раскрыть. Ну что, посмотрим, что здесь у нас. Тут вроде ничего не показывает. Буду двигаться дальше. Где ничего нет, даже смысла кормить абсолютно никакого нет. Кто-то спускается. В ярусе метр. И все, что ли, одна. Карасевая снасточка, дробинка бесцветная, свинцовая, и крючочек на отводном поводочке. Классика. Мотыль крупный, хороший. Лунка замерзает сразу же. Морозит сегодня такой с ветерком. Не очень приятно, надо залезать в палатку быстрее. Рыба была замечена. Все вот так вот поставим и будем ждать. И буду еще дальше проходить, искать. Так, эту точку приготовил. И пойду проверять ту. Вот такие вот расстояния. Нужно уже куда-то определяться. Подъем. Но не клюет. Вот так вот, два мотылечка. Клевка. Ах ты, мимо. Ребята, рыба поднялась, клюнула. О, кошмар, как холодно. Надеюсь, что обогреватель справится. Вот так вот. Опасно это дело. Кажется, подошла рыбка серьезно. И леску сжег. Все идет совсем не по плану, как всегда. Хочу еще поплавки попробовать сегодня. Вроде что-то подходит, по эхолоту так периодически видно, но не берет. Основной груз удерживает поплавок на плаву. Вот
так вот. Но как только подпасок идет вниз, он начинает тонуть. На тот момент, пока подпасок не коснется дна. Классическая поплавочная оснастка. Крючок лежит на дне. Если рыба начнет клевать, он будет либо подниматься, либо тонуть еще сильнее. Берет. Есть. Вот так на поровочек-то сразу хапнуло. Сейчас главное, чтобы за поплавок не завело. Вот сорожечка. Пойдет. Такая вот красоточка первая. Небольшая. Но есть. Какая-то единичная. Рыбак подошел, тоже сказал, что все. Наверное, буду менять точку. Сейчас пообедаю. Клюет. Нифига себе. На верхнюю мормышку поклевка. Ну-ка. Да, паровоз сейчас работает. Есть. Нифига себе, давит нормально. Вот это наконец-то. Только пообедал называется, и вот она есть. На верхний крючок. Она такая пойдет. Грамм 100-то точно. Красота. Единичная, ребята. То есть вот просидел 2 часа, если не больше. Попалось 2 штучки. Сплошные переезды туда-сюда. Ну ничего, я добьюсь. Искать. И, конечно же, стаю вот таких вот сорок и гораздо больше хочется найти, но на это порой уходит полдня, а отловиться можно буквально за пару часов так, что просто руки оторвешь. Опа, ребята, поплавочек. Поплавочек пошел. Куда-то тянет. Тянет вниз, что ли? Но было дело. Видали? Какая красота. Неужели на поплавочек клюет? Ага, смотрите, что делает. Крутит, вертит. Ну, куда-то в бок завело. Ой-ой-ой. Есть! Она ж запутала ту удочку, вторую. Мощная рыба. Вот это она прет. Тихо. Ого. Ребята, вот это селедина на поплавок. Офигенная. Оно того стоило сюда перейти. Видали? Ого. Пока что самая крупная в сезоне. В этом. Поклевочка хорошая. Серьезная. Есть. Давит. Неплохая, походу. Ого. Давай, иди сюда. Хорошая стайка. Да ты что, красотка. Вот она заблатила верхний крючок. Вот она какая. Прелесть залива. Вот такую я и ждал, ребята, рыбу. Вот такую. Ай-яй-яй. Какая наглая. Тихо ты, не упрыгай. У меня одна большая, вторая упрыгала в лунку, пока я отвернулся, прикиньте.
Поплавок. Поплавок. Давай. Смотрите, что делает. Топит вниз. Есть. Есть. Хорошо прет. Иди сюда. Прям потопило. Ох, гуляет как под лункой. Вот такое пойдет. Селедка. Вау, поклевки почти не видно было. Просто поплавок начал вниз уходить под лунку. Хапуга. Опа. Есть. Вот это да. На дно опустил полностью с грузом. И она начала клевать. Офигеть. Не ожидал. О, какая. Красавица. Вообще. Зачетно. Зачетно. Офигенная сарожень, ребята. Да с такой красотой даже и карася не надо. Как карась поперла, реально. Подъем кивка. Следом. Следом. Следом, ребята. Вот это пошло дело. Офигеть. Офигеть. Да хорошая что-то идет. Да начался клев. Что ли? Ой. Иди сюда. Иди сюда. Ого. Одна круче другой. Ух, селедка. Ух, селедочка. Ой, ребята. Дождался, дождался красоты. Что-то газ замерз, вообще все. Придется по-другому действовать. Нужно будет сейчас свечки расставлять, зажигать по старинке. Сорога подошла, хорошо подошла. А холодно очень становится вечером. Сейчас подсвечник слеплю. Будет заодно и освещение. Клюет. Ах ты. Мимо. Да только таскать осталось. Полно рыбы. Наконец-то. Вау. Офигенно. Офигенно. Ой, какая. Ой, какая красотка. Вообще, друзья, шикарная рыбалка оказывается сегодня. Просто кайф. Как все не вовремя, мне еще и звонят. Нет, ну как всегда, сидишь, ждешь специально, не клюнет. Как только самый кипиш, вот она, подряд начинает брать. Романтик. Фух, размяться хоть чуть-чуть. Вечереет. Вы только посмотрите, какой красивый закат будет у нас. Да. Я надеюсь, в палатке закат будет еще лучше. С хорошей сорогой. Мне тут довольно уютно, но тесновато. Рыба все есть. Хорошо. Ой-ой-ой, какая прелесть, как давит. Друзья, рыбалка того стоила определенно. Ой, поплавок. Поплавок что-то. А, это она завела, походу. Я думал, вторая клюет. Не исключено. Какая хорошая селедка.
Ох ты! Вау! Ну, друзья, как вам такая сорога? Шикарно, по-моему, вообще. Вот это я понимаю, рыбалочка красивая. Прямо. Ужин при свечах сейчас будет у меня. Надеюсь, у рыбы тоже. А то обед как-то без рыбы получился. Ну хоть ужин-то. Должны же мы вместе-то съесть. Нет, конечно, ночевать я здесь не буду. Но вечерочек посижу пару часов-то. Палатка вся превращается в фольгу, как говорится. Но самое-то что главное, друзья, я доволен. Есть, подъем. Ого, что-то серьезное. Даванула. Да что ты? Ой-ой-ой-ой-ой. Какая красота. И поплавок опять запутал. Там только кто-то начинал клевать, а она всю леску собрала. На самом ярком режиме этот фонарь способен освещать 30 метров вокруг себя. Классный фонарик, мне уже нравится. Здесь есть и резьба под штатив внизу. Плюс он еще морозостойкий, влагостойкий. Фонарь может заряжать ваш телефон и все что угодно. И заряжается сам от зарядки телефона. На поплавок сегодня поклевок очень мало, но все они принесли самую крупную сорогу. Вот сорожечка подошла, полоска широкая, много сороги. Берет. Иди сюда. Сход. Никакой паузы и нет в клеве. Она также с периодичностью раз там в 10 минут клюет. Чуть заметная вообще. Небольшая. На верхний крючочек. Вечерняя плотвища. Поплавочек молчит, кивок молчит. Хотя рыба, друзья, есть. Она крутится, она подходит, но я уже просто не могу ждать, мне все равно холодно и уже как-то не собирался ночевать, знаете ли, поэтому целый день с меня хватит. Мотыль замерз просто напрочь. Такая вот отборная плотвища на жареху. И это, друзья, всего лишь разведка. Я очень долго сегодня, весь день практически искал место. И вот с одной точки, с двух вот таких вот кормушечек, смотрите, что. Я уже просто боялся докармливать. Ну, как бы, мало ли спугну, поэтому пусть клюет. Всем рекомендую попробовать что-то подобное. Это запоминается